Танюшечка, привет. Ты сейчас занята, можешь говорить? Можешь, да? Таня, у нас сейчас проходит рекламная акция 8 марта «Весеннее настроение». Oriflame дарит подарки всем женщинам Котласа. Как свою хорошую знакомую, я тебе записала на получение подарка по адресу Луначарского, 10, магазин «Элита». Ну, ты знаешь, где это. Вот. Тебе удобно будет подойти сегодня или завтра получить его? Сегодня нет, а завтра в 14:00 и в 15:00. Да, сможешь? В 15:00, да? Ага. Все, хорошо. Давай, буду ждать. Если что-то у тебя изменится, ты мне позвони, хорошо? Ага, ну все, давай, буду ждать. А, Танечка, это 30 минут займет. Да-да-да, ага, имей в виду, хорошо? Ну все, давай, буду ждать тебя. Давай, до завтра. Угу. Так, вот у нас Софья делает первый обзвон. Теплому списку знакомых.